Интересно, она у нас на Twitch идет, получается, или... Так, сейчас. О, лайв. Все. Ты что, мне сразу туда? Лайв, отлично. Угу. Оба-на. Все, Диан, теперь ты в телевизоре. Круто. Рожденью по телеку покажут. Так, ну что, в общем, тут у нас хардкор обещанный. Что, начинаем? Ай, блин. Ладно, что сначала. Поехали. Шо, что не то, Лёх? Ну ладно. Так, мне подарок не забыла. День Ивана Купала. Ну, стопы. Там Фроли был. Лёх, ты чё, со мной комментировать не будешь? Одно скучно. А, ты ж мне... Да как бы трудно одновременно за чатом следить и комментировать, тем более, что... Норм так. От одного и от другого один метр. А ты... Ты шо, с рулеткой ходил, мерил? Да, блядь, какая запрыгает Дед Мороз сейчас. День Ивана Купала. Так, ага, знаешь, я правильно понял. А там что, чупа-чупсы? Так. Забавно, что не досмотрела новогодний спешл киномановский. Да, долбанутый ёжик какой-то. Которому не в типа и до его третьего играли. Оба-на, третья часть разве? Пиратский. А, так... Теперь челлендж accepted. Раз, два. Подарки тоже. А чё, норм так? Жаль, что ёжики непрозрачные. Нет, может быть, это и хорошо, если бы они были невидимые. А ёж, прозрачные и невидимые — два разных понятия. Поехали. Блин, слушай, по сравнению с теми уровнями, которые там дальше, это просто для меня сюжетистки лепит. Так. А чё, с какого только два подарка? А чё, Денис-то пропустил уже? И началось. Потом к концу больше всего подарков на этом уровне. Так, оба-на. Опять Соник с Бадуна. Охотники посмелья. Да, так. Бродят по лесу, собирают сыточки. И раздают помоги мимо проходящим Деда Морозом. Так. Ну шо, идем сюда. А! Фу. Ба. Близко. Очень близко к пропасти. Да. Так. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Да тут близко к провалу каждый уровень. Так, сейчас надо еще полетать, вдруг еще что-то есть. Лишь бы на ёжика не сесть. Как в том приколе. Когда вы садитесь на ёжика, очень сильно ругаетесь. Вы про ёжика-то подумали. Так вот я с тем ёжиком. Ну что за... О, другое дело. Оп. Заднеприводный. И началось. Что ты делаешь? Что так сильно? О, ладно, я тогда чатик посмотрю. Давай, давай, чеши. Блин. Ау. Да с ним мне коса с проводами запуталась. Ай-ай-ай-ай! Блин, первая смерть. Первые потери! Да, причем почему-то сразу на первом уровне. Да, так я еще не лажала тут. Ладно, фиг с ним. Жизнь ненормально. Задали вопрос, Люк Вейдер, а тут чатик читаю. Ну какой вопрос? Давай, дерзаешь, не усну. Я говорю, ну я и говорю, тут чатик читают. Ну, наверное.
Ну, я прочитал, во всяком случае, так что, да. Ну, я как-то вижу не сильно, не настолько хорошо, чтобы за метр читать еще чат. Так. Стоим, втыкаем. Ну да, у тебя глаз на ушах нету, и тем более на затылке. Прыг-скок, прыг-скок. Сейчас будет самое обидное, если тут пропущу один подарок, когда буду прыгать. Обвалился потолок. Так, не надо. Я уже тут... Фух. Чуть ли не на воздухе не сел. Так, тихо. Аккуратно. Так, тихо. Сбагуха полная. Оба-на. Но есть. А? Фух. Что это было? А вот это уже печально. Ладно, вернемся, попробуем. Думаешь возвращаться? Так, сейчас забьюсь, соберу. Очки тут где уже не сильно важны. А, ладно, сейчас гоняю обратно, что уж там. Надеюсь, наверное. Жизнь на 5-9 и нормуль. Так, ты уже поворачивать не будет. Фу, что он кластрюм. Он повернул вообще-то, но не в ту сторону, о которой ты подумал. Я так же самое трамвай жду на остановке. Медленно подъезжаем. Показываем студак, платим 50 копеек. Ага. Оба-на, моя остановка. Чуть не проспали. Кстати, а тебе шара, у тебя студак есть. Ну что, посеял его уже. Правда, я не помню, где можно их приделать. А, я знаю, где он. В шкафу валяется. А, не, стоп, не успеем. Все про... В шкафу валяется. Шо? Да, резонный ответ. А где у нас что-то лежит? А, в шкафу валяется. Ну, так слушай, у нас все в шкафу валяется, забыл. Вот все, что дома пропало, у нас все валяется в шкафу. Универсальный. Причем в моем. Это как это? Здравствуйте, это магазин всего по 3 гривни? Да, это магазин всего по 3 гривни. Что, у вас орбит за 3 гривни? Да, у нас орбит за 3 гривни. И холодильник за 3 гривни, и холодильник за 3. Ну что за проклятие, а? Фу на него. Ладно, жесть. Фиг с ним. Или возвращаться опять. А ну-ка. Ладно. Оно невысоко кидает. А ну, есть идея, может. Что, опять возвращаться за ним? Ты моей смерти хочешь. Ладно, я вернусь за тобой. Только сейчас тут похожу, пособираю еще что-то. Не попало. Я знаю, я что собиралась. У меня своя тактика на это. Так, ладно. Что, мы уже говорили, как я по лоховскому играю, чешу? Не, Гир говорит, дашь смените. Дашборд. Что? А то тут народ, наверное, уже думает, что ты играешь в Dark Souls. И что тебя зовут Ракетка. Ват! Не ваткой, доктор Ватсон. Опять трамвай уехал. Если на третий раз подарок не схвачу, запикаешь то, что я сказала, хорошо? Нормально. Я не хочу стрим погонить. Так. Что ты нос чухаешь, хмырь старый? Я еще на всей первой. На всей первой. Да хрен, блин, мать тиквица. А, блин, ай. Извини. Ладно. Два раза извини. Ладно, запикаем. Да. Да, так еще на этом уровне я не лажала. Или ты так публики боишься? Ой, не знаю. А. На подсознательном уровне. Да ну в жопу этот подарок, у меня же в печенках. Все, пошла собирать. Дед Мороз покорил Эверест. Ага, не говори. И сквозь него же провалился. Офигеть. Ладно, в жопу тот подарок, то еще... Я тут все жизни продолжалки прогавлю. А тут же правда... Попробуй собрать разноцветные. Да разноцветные это знаю, где лежат. Надеюсь. Только... Лежит духу возьми за... А меня одно настораживает. Я помню, где только где два подарка. А остальные где? Что-то не сильно в догоне. Да вроде как сзади. Там три подарка, я даже
два там. А, нет, три. Ну ладно, ладно, допустим, где еще один? Так. Сейчас прыжок веры. Аллилуйя. Прыжок веры Брежневой. Я усралась. Тройной прыжок веры Брежневой. Так, осторожно. Фух. Жуть. Так. Так, как к тому подарку пройти? Я Жикнуться на этом гейзере и, наверное, сделать блок. Ага, легко сказать. С аккуратным даймингом или... Или не, лучше с краешку подойти. А я сюда не допрыгну еще сейчас. Фух, так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Мать вашу, блин. Пипец. Так, ладно. Да, погоня за подарками к добру не приводит. Так, ладно, это я на этом уровне сильно лажаю. Перезапускать что-то в ленте. Так, ну логично, мне как-то... Да вот... ладно, кофе, продолжалки есть, давай тогда уже Ладно. Дальше по уровню. Да, потому что тем более... Я не знаю, я забыла, где последний подарок. Конечно, мне всегда стримы скучно, хотя это первый стрим. Ладно, поехали. Мне всегда первый стрим скучно. Задай парадокс у тебя. Потому что это ж я. Это ж я. Я попалась у меня. Слышь ты! Что, зубов много? Я думаю, мне на день рождения сильно много придарили. Сейчас их на шаверму пущу уже. Задолбали. Тут они еще нормально, а подальше? Подальше они будут просто висеть в воздухе, как нуры из матрицы. Ага, не говори. И хлопать своими крылышками, если хоть прокладок повысит. Да. Шутник от бога. Ха-ха-ха-ха, шутник... я пошутил. Шутник типа руки не жопа. Так. Если спросят, чего я там ругаюсь, как сапожник, скажи, что у тебя там в классе, думаю, поймут. Ой. Хотя, может, это просто тоже. Но отношения были запущены. Так, стоп. Разворачиваемся. Что-то мне это не нравится. За вами бдят снеговики из ФСБ. Они на меня смотрят. Да ну нафиг. Твари носатые. Снять? Я сейчас вам на всякие оторву, из них морковный сок делаю, скажи. Они сейчас прыгать резко еще, блин, начнут. Так. Хорошо, что тут не люди вообще тучи без духа. Так, о, стоп. Фух, прошло. Мне уже смешно, что там сейчас будет. Ай, стоп. Немного припозднился, но Люк Вейдер пишет. Либо у меня глюки, либо на стриме в самом деле только что был ёжик. Крякающий как тюлень. Так. Да, тут звуковой эффект на ёжика, кстати, немножко странный. Хотя я не знаю. Оба-на, а это мне не нравится. А, сюда тут надо. Есть. Мне на вот эту байду прыгнуть надо. Куда? В пропасть! На платформу. Ну сейчас она. Ух ты! Ух ты, 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 ух ты. Есть! Фак е. Фух. Так, сейчас, по-моему, сюда надо прыгать. Нет, 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 нет. Шо они? Да шо они? Тут где-то подарок валялся, где я не помню. Блин, надо было... Так, сейчас. Ну чё, прыжок веры или стрёмно? А ну стоп. А, не тут. О, глянь, глянь, лёх, лёх. Коварно ныкается. Да. Фух, так. Подарок на пончике прямо. Оба, что тут, заносить начинают уже? Наверное. Нет, еще не сильно. Иди отсюда, хмы. Зато
Зато тут Формула 1 со снеговиками. Иди в жопу, ворона. Не мамка. Так, а ну стопы, тут есть что-то? Да и есть. Ну, наверное, на следующий такой. На следующих качелях в балансирах. Ты вспомнил, как я на тех балансирах уже там подальше. Что я там фигачила? Так, да ну вас. Придется тебе на пенек сесть. Косарь отдать. Так. Опять Формула 1. Это просто снеговика за бухлом послали, а он что-то забыл, куда идти надо. А вот этот, видать, посылал, что он прыгает, блин, уже со злости. Так. Не-не, говорю правильнее. Послали за бухлом, все. Выдал, теперь не знает, как дыма вызывать. Вильца взад вперед, голова кружится. Ноги, руки тоже, если руки у него вообще есть. Равно как и ноги. Так. Забиваемся. Да, стоп. Я помню, спускаемся. Так. Брейк. Блин, мне ты... Блин, у меня ощущение, что мне сейчас эта качалка вот эта накроет. Так, что лучше буду сдавать задом. Да, тут камера, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все. Очень смешно. Да, если бы ты была с другой стороны, тебя бы там точно накрыло. На сетами шевелят. Крюкают. А слушай, а делают суп из ёжиков? Оба-на, подарочек. Суп из ёжиков? Я сомневаюсь, на самом деле, что делают суп из ёжиков, но... Сделаем. Это знаешь, как Шреддер говорит. Сегодня у меня на ужин будет черепаший суп. Прикольно слышать нечто подобное от работника. Ой-ой-ой-ой. Что за прикол, а? Может, на серединку как-то под даблджампить? Нормально, давай. Хорошо, что мы тобой, да, была бы намекнулась. Так, а вот это мне не сильно нравится. Это стрелка? Блин, я же сама стрелка. Да не бузи и так. Кстати, глянь чат, что там? Вроде ничего, да? А? Чат полуживой, наверное. Кстати. Кто там еще со скуки не умер? Нас смотрит, покажу только 4 человека. Нас мало. Вейдер, Кири, Анхоли. Или... А, нет. Так, осторожно. Армагеддон. Я ни одного из них не знаю. Ну ладно, 2 жизни тоже неплохо. Потому что... Блин, я забыл, где все эти подарки валяются. Ладно. 9 жизней уже хорошо. А что, больше нельзя, чем 9? По-моему, нет. Ну ты. Блин, сходность. Хотя можно проверить на самом деле. Смеешься? Да. Очень смешно. Не, может быть, рядом где-то тайничок с жизнями есть. Я уже этот уровень не помню. Я вообще этот уровень не помню, кроме первого. И 5-го, скажи. А что на 5-м? А там медведики на саночках катаются. Господи, тут в половине игры медведи на санках катаются. Так. Крях. Царь Игер тут спрашивает, а где Дедушка Мороз? Можно в материться? Нет, не надо. Я мат не люблю. Ну смягчи, я пойму. Надеюсь. Дедушка Мороз автомобильный насос. А. В принципе, догнала. Автомобильный капель женского рода насос. Да, хорошо, что мы чат не записали. Да нормально, господи. Все, я Майкл Джексон. Ты что, хочешь, чтобы я оглохла? Так. Ну, здрасте, блин. Орёшь мне тут на ухо. К микрофону поближе. Так, а чё тут у нас? У меня одно добивает. Как вот такие грибы растут на дереве?
Вообще, какие как такие деревья? Нам всегда в художке говорили, что вы столбы ровные рисуете. Вот посмотрите, как тут их рисуют. Ой. Мультяшные изделия. Ой, бы. Бы. Вот тут. Рыбочки. Меня с детства эти качели пугали. Да не тебя одну. Правда, я уже потом с ними как-то, не знаю, освоился. У меня одну добивает. Почему Дед Мороз в старых носках каких-то? Валенки нормально. Такие валенки, это носки драные какие-то. Так. Не, ну чё, мультяшный стиль, валенки у него не красные, не заношенные практически. Только складки одни на одежде есть. И все. Может, что-то на пеньке есть такое подозрительное. Да сам ты на пеньке. Не только. О-па-па. Знаешь, о чем я подумала? Оба-на, порт... Это ж... Это портал. Это нет. Хай, это хелл. Кстати, на чем качели висят? Смотри. Почему вспомнила... Две спицы, на них деревяшка привязана. Норм так. Сюрреализм на лицо. Конечно. Господа товарищи, смотрящие. Глянь там. Чё в чате, уже половина позасыпала, наверное. Оба-на. Наверное, самая главная половина, которая тут уже заснула, это мы с тобой. Ага, это точно. Ну а дальше, надеюсь... Да мать вашу! Иди в баню, вы крякающие люди. О, зацени, я на забор умостилась. Да. А иди ты! Клюнули в задницу. Пш. Где вы там, утки драные? Они ходят, блин. Утконосы ластаруки. Ластаруки, блин. Я представила это. Вот нафига. Что на крыльях ласты. Так, оба-на. А вот тут уже качелька прикручена. А вот тут мне уже стрёмно. Так. Да ладно, нормально, они тут ещё не скользят, давай. Раз, два, три. А. Мать вашу! Мать вашу! Так, а сейчас куда мне деваться? Да вы чё издеваетесь? Блин, если бы тут был Дед Мороз из киномана. При взятии жизни, знаете, что тут выдают? Мать вашу! Так, стой. Я и так тут стою, между прочим. Блин, мне одного пугают эти пингвины. Уже сколько? 10-20 полчаса стою. Так, страшно. Зырькаю, как ты тут проходишь этого Деда Мороза. Красного носа. Деда Мороза, мамка заноза. Оба-на! Всё, Дян, ты попала. А чё я попала? Мне норм. Сейчас такая губ наворачивалась. Кстати, а чё там делает снизу это... Кто, ёлки? Пончик. Какой пончик? Ну... А, так это ж там... Я ж по нём после этой качели поднялась. А, тогда всё понятно. Я уже и забыл. Я тебе тут материал ещё шумно. Девичья память. Девичья память. Я думала, у меня память плохая. Ну, может, я не обратил такого внимания, так что нормально. Это у меня не память девичья, это внимание. Говорит и показывает Германия. Это практически тройной прыжок получился, слышишь? Так, думаешь, это батут? Это батут обратно наверх, судя по всему. Нафиг надо. Так. Ну... Ой, как камера у нас обожает фоткать ёлки. 5 минут, полет нормальный. А-а-а! Давай, качеля, давай! Давай, качеля, давай! Ну всё. Ладно. Ну фиг. Опять эти крифтелки. Они мне снится скоро будут. Так что я опять до 5 спать не буду. Оба-на! Что-то не хочется мне опять заводить песню про бессонницу. Слушай,
Смотрю я на такие те срезы пеньков, и что-то они мне напоминают консервы со сталкера. Не судьба, не? Так. Может быть, только там прорезы не ровные. Блин, мне страшно. Фух. Диана, глаза боятся, руки делают. Деды Морозы прыгают, подарочки собираются. Качели крутятся, Деды Морозы выпрыгивают. Качели крутятся, Диана с ума сходит. Тогда уже Дианы. Оба-на, меня тут много. Так, куда стрелка показывает, знаешь, туда идти не надо. Логично, не? Так, сейчас. Тут реально, кстати, можно отдохнуть. Да, для меня тут... Вот сейчас на этих платформах. Только надо быть. Сейчас, подожди. Только надо тайминг соблюдать нормально более-менее. Прыгай. Да господи. Какой тут нафиг тайминг? Наугад прыгаешь, да и все. Я так всегда делаю, слушай, всю жизнь. Так. На 5-9 жизней. Да. Мы до сих пор не понимаем, максимум это или нет. Да и фиг. Так что прыгаем дальше. Так, логично. Если показывают табличку вот налево, знаешь, нем прямо. Смотри, я шо против. Что, нас уже два человека смотрят. Нет, уже 5, и если по всему нужно завести. Уже припасли на карте сюда покажу. Чтобы на все ответить. Блин. Вот это уже был рекорд, когда ты пришел. Вернее, отсюда. Так, ладно. Кстати, тут уже. Да сама вижу. Ну иди сюда, рептилия укушенная. А! Блин, все. Блин, На самом деле 7 человек смотрят, что-то. Прикольно, 7 жизней, 7 человек. Да, это что-то Twitch тупит. Так. Я опять навернулась, спасибо тому. Twitch динамическая игра. А! Да идите вы, блин, задолбали уже. Где страус? Страус, блин! Страусы в черных жакетиках с бабочкой. И сейчас будет. Да, да, да. Наверное, я тогда ноут перетащу и... Аааа! Свободный чат. А не четвертью глазка, как я до этого делал. Так, спокуха. Спокойствие. Как Машка написала, узбагуйся. Тим. Так. А, давай, мои кисточки и все, пенал уберу. Ага. Лёха, у меня его и не было. Расслабься. Все норм. Кстати, народ, а у кого снег вообще в городе есть? Что мы как дни, как я к Лохе без снега сидим. А, Лёх, в Чернобыле. Та не, я спрашиваю. Кого ты спрашиваешь, блин? Ты думаешь, кто-то из смотрящих в Чернобыле живет? Да мало ли. Не, мне что-то кажется, что я где-то, короче, листала картинку, и там такие ровные дороги написано. Тем временем в Украине. И читаю комментарии. Вы что думаете, те в Украине дороги ровные? Их туда писают. Да-да, в Чернобыле. Я думаю, ну, видать, есть снег в Чернобыле. Раз у нас его нету. Опа-на, 9 подарков. Все, я знаю, где последний. Даил! Еще полоскаемся и говно получим. Алёша, а кто-то смотрит на меня из тех того, кого я знаю? Да, блин. А. Чернокрыл что-то не заявил. А, хотя у Чернокрыла там паш нету. Он не сможет насладиться всем этим безобразием. Так, он, ну... Он и записи это не смотрит на самом деле. Ну что, народ? Ну, сейчас посмотрим. Е, 10 жизней, фух. Мы пересилили максимум.
Поехала. Даешь реформы, я тебе дам. Даешь реформы, я тебе дам. Знаешь, помнишь еще игру Крот? То, что давай, ты ж... давай, иди, реформа. Не, ну ты помнишь эту игру Крот, что мы еще на... собирались там в 70-ке? Мне что напомнило вот этот лабиринт, где мы ходим. Крот в 70-ке? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, спокойно. Что, мне кажется, уже подарок. Что там? Да, ну, вряд ли тут. Можно сказать, голая степь. Смотришь вниз и понимаешь. Так. Так, все, пора возобновлять активность в чатике, судя по всему. Сейчас будем глазами читать, голосом отвечать. Ну, дерзайте. Блин, у меня уже руки замерзли. Просто даже удивительно. Это ж удивительно. Потому что такое интенсивное. Опа! Зацените. Подарочек. Нычка. Нычка, так, нычка. Прыгаем. И что дальше? А! Нет, стоп, 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 стой, придурок. Пусть просят меня детки, что Деда Мороза придурком называю. Ну он реально придурок. Не, Санта-Клаус придурок, Дед Мороз нормальный. Как у нас на уроке было. Ну скажите... Санта-Клаус придурковатый, Дед Мороз пуховатый. Прикол был. Скажите предложение, я верю в кого-то там что. Одна девочка говорит... I believe in Санта-Клаус. Вторая ее подружка. I believe in Дед Мороз. Гнали долго. Дед Мороз. Ой, черт, я на Твиттере до сих пор не ответил. По поводу? По поводу того, сколько там уровней в игре. Честно, не знаем. Да, ну, я, просто, ну... Четыре уровня... По зоне? Три эпизода, да. А, ну походу... Так, 4-3, вроде 12. Да, 12. Значит, я еще хочу, чтобы лес умножения не забыла. Дальше. Ну, а стой, это куда я дошла? Ракетка пишет, что таки... А, ну спасибо. А я уже надеялась. Ты вроде хотела 8 уровень сделать, не получилось. Да, у меня на каком-то... На меня на нем просто нервы сдают, там уже такое начинается. Что, запикать придется полстрима. Не, ну я ж хочу показаться хотя бы перед кем-то. Чё, не судьба, ты передний? У тебя трындю как губник. А чё, там попсовики есть? Где? Кто? Убью! Самая глухая женщина это Снегурочка. Дурачка. Снедурочка. Эх, а в детстве мы во все это верили. Dark Souls. Это новогодний покой. Второе. А чё решили, что это твои Dark Souls буду проходить? Да-да, норм. Опять пингвины во врагах. А что, на заставке Linux пингвины стоят? Ну, звоняюсь. Логотип Linux, а обычно эти пингвины откуда тукси. О, это у кипятеньки. Так. Кипятеньки. У кого
того, что на желудке. Называется. Не, ну а поесть, в принципе, хоть не дала. Голодноватый. Блин, мы, наверное, будильник можно ставить, сразу проснитесь. Блин, все, ай. Фуй. Слив! Руки уже болят. Садятся. Отвлекло игру опять. Кстати, Задорнов вот говорил, типа, Санта лох без бабы. Да. Вообще-то, у него есть миссис Клаус. Другое дело, что она с ним повсюду шатается, а сидит себе там на Северном полюсе. С оленями. Стоп, он что знает, что я Задорнова слухаю? Нет. Удивительно. Просто вспомнил. Слышь, чувак, ты экстрасенс там. Как тебе там? Походу мы это, место ракетки заняли. Так, стой, блин. Что, не догнал, куда мне идти? Сюда. Иди туда. Да, все правильно. Нам помнится воронья. А сыру той вороны, а может быть собаки. У нас есть самые злостные злостные. Во всем этом сразу уровне. Все, я в печали. Нет, стоп. Если бы этот стрим бы полночь проводила, то с этим уже говорили, кого вас там режут. Да, я смотрю, ракетка недоволен тем, что мы его время для стрима стырили. А кто это? Мужик. Ничего. Шо, царское время. Норм так. Поистину царский стрим. Ага. И его ж царь ведет. Главный ролик два кретина. Один Дед Мороз, другой Снегурочка. Причем пол не обязательно соответствует ролику. Что? Не, ничего. Обидно, что всю пепси выпили. Ладно. Так, там нифига. Нет, там я знаю. Не, я знаю, я только забыл, куда идти. Надо по низу, то что вроде внизу что-то было когда-то. Сперли. Это Украина. Слушай, смотрю на игру и понимаю, ну хотя бы где-то есть снег. Блин, с ним какой-то скучно получается. Поверь, стыдно мне не будет, если кому-то дать пуль, блин, от этой игры потом. Ну, Фома знает, каково это проходить эту игру. А чё, Фомыч проходил его? Да, супер. Мои соболезнования. Просто слухнет. Мама. Что я делаю, вот не спрашивай. Ну, давай, немножко. Молодец. С пятого раза. Сейчас я завалюсь, походу. Фу. Мне он кажется, что он вечно не долетает. Слушай, это какой уровень? Четвертый? Да, ты что, не видишь? Где? А. Ну здесь уже, блин. Здесь все время четвертый уровень. Где уровень? Окей. Пробел 4. Окей, пойду потом водички попью, что-то горло уже орать болит. Ну что, на 9 до сих пор там или уже 5?
или два, или три. И началось. Да, выглядит уже как-то неважно. И только один единственный чекпоинт где-то в конце тоннеля. Нет, блин, вперед буду. Вперед, только вперед, давай. Давай, давай. А справа еще хуже. Не успела. Бревна качели. Все. Нет, ты явно уже играешь в это лучше, чем тогда. Да конечно, то что тогда я вообще в нее не играл, играл ты за меня. Блин, когда я сама проходила, я в первую зону вообще все подарки собрала. На вторую зону у меня уже нервов не хватило. Что? Ты сдурел! Ладно, я тогда бить пойду, раз тут такое. Трэш угар и Садамаза. Садамаза это игра. Фак, я уже буду понять. Оба-на! Один комплект подарчиков есть. О, прикольно, не заметила. Что эти пингвины уходят в никуда. Ну хай уходят и не возвращаются. Они не мне надо. Все, наши. А, тут недалеко. Что там в чате, уже все позасыпали? Мы с Тамарой ходим парой. Да блин. Нашел вы сестру мазохисты? Не, у нас тут до сих пор 5 смотрящих, короче, пишет. О, да, я думал, это уже новый выпуск. Ой, опять тот каверзный момент с елкой, где-то пельмени выходят, из елок прямо выскакивают. Блин, ну уже реально скучно что-то. Когда я рейс здесь начну, вообще пол зрителя оглухнет. Да мать вашу же, блин, пингвинью. Блин, если бы я был Санта-Клаусом, я бы достал уже дробовик из этого мешка. Расстрелял бы всех к чертям собачьим. Слушай, мне кажется, это какая-то у них безысходность. Они ходят по кругу, не знают, что им делать. И почему в этой безысходности вечно я? Они шизофреники, я не представляю себе, что рядом с ними елка, они вокруг нее танцуют. Ну елки в принципе рядом, но. Но рядом с елками пропасть. Блин, если я сейчас тут. Так, какая тактика? Варианты. Какая тактика? Пить шампанское, уже 0-0. Но подарок взяла, уже лучше. Двойной нокаут.
Так я же турель. Мороз против подарка. Оба в хлам. Так сам прикол, чтобы мы ему за этот уровень 5 жизней растеряла. Или это еще за прошлое? 5 жизней осталось. Конечно, было 10. Блин, я не знаю, как теперь пройти этих пингвинов сраных. Спроси, может у кого-то варианты есть, блин. Я пока постою, повтыкаю, все равно время закончилось. А, там же дырочка есть, надо в неё прыгнуть. Смотри, а, вон и шо. Фу, это гил. Сейчас смотрящий. Ладно, сейчас воды попью. Аллилуйя. Ну что ж, пока ни одного конта. Так, ракет, ты того. Слушай, а ты хочешь, чтобы ты после Деда Мороза Dark Souls стримил, или чтобы мы еще немножко... Ну, короче говоря, или ты не против, чтобы мы после Деда Мороза еще что-нибудь повтыкали? О, все, Даш сменен. Спасибо. Давай, Кент. Тьфу. Какой Кент. Ракетка. А, ну... Ракетка убежал. Ракетка убежал по делам, мы можем бонус стримить. Так, что мне начать? Ты еще немного похардкорим, господи. Нормально. Все, второй эпизод пошел, мы продвинулись. Мои руки. И так болят, ладно. Я тебя холодный. Так болят, подожди. Вчерашний. Учитесь. Один из местных крюков, на котором можно посмотреть край уровня. И все нычки. Да. Какие видно отсюда. Ну, я, например, уже одну вижу, по-моему. Вон в край. С левого края экрана. Вон палец жестко. За 23 Вадим спрашивает, сегодня сходочных стримов не будет. А как ты? А это чердакова компания, кто там еще? Короче, все стейки Forever собрались на новогоднюю пьянку. Ой, господи. Пипец, я уже... Правда, они сейчас все разъехались, так что я сомневаюсь, что продолжат сходочные стримы. Ну и ладно. Так что сходочные стримы уже были, походу. Я, правда, только один видел, как там кто-то настроить по сетке. Психанули. Не, психанули скорее я, надо было рыбаков посмотреть. Что за рыбаков? Во! Да блин. Ну ты... Жопой в камеру, все норм. Косолапый по лесу идет. Блин, какой-то нафиг лес, это. Это ад! Ад! Новогодняя версия! Вадим, ты тогда это устраивайся поудобнее, а то тут Дед Мороз еще будет долго мелькать. Пока не психану. Психану. Дальше круче. И
Чем дальше я влезу, тем я больше орать буду. Да ты, блин, тринити вообще. Ну ты жигуль. По-моему, жигуль и тринити — это два совершенно разных понятия. А что такое тринити? Тринити, господи. А что это? Чудиха из матрицы. А, я матрицу не смотрела. Я матрицу только говорю, да? Я... Матрица у меня начнется тут на следующем уровне. Г-г-г-г. Уже началось, походу. Вот так потихонечку. А, да, еще и будут эти тролльские тролли. Ага. Которые... Как сказал кто-то из тех, кто стримил Подземелье Кремля, кто-то там надо мной адово угорает. А, там еще полигончики заключили, я смотрю, вдалеке. Да, господи, тут вся игра, блин, ключит. Нет, я бы не сказал, что она прямо так глючит. Это тебе не Соник 2006. Вороны вообще четкие. И что, за веревочку кто-то делает? Как хорошо, середина уровня. Да, они тут все построены на трейкерах, так что даже сказать, что я буквально дергаюсь за веревочку. Оба, она уже угорать начали. Да блин, смотри, что я запалила. Ну что, возвращаемся? Возвращаемся, возвращаемся. Жизнь моя жестянка. Что там? Может, кто-то что-то умное хотя бы скажет. Сильнее было. Люб говорит. Честно, я не очень люблю всякие сходочные стримы. Я их вообще не видела. А Вадим спрашивает, а кто играет? Я! Кто я? Аноним. А! Блин! Анонимный алкоголик. Ты иди ты в жопу, алкоголик! Ты это представься туда уже по-нормальному. Вот тебя зовут, сколько тебе лет, какой-то, сколько глазов закончила. Они что, на меня компромат собирают? Ну, это и право, на самом деле. А чё? Утверждённое законодательством РФ. Я про... РФ это... Российская Федерация. А, в жопу я скрою. Еще стримил Подземелье Кремля? Да, Михалыч на Дэнди Форевер. А, Михалыч. Наркомания. Наркомания? Да, стрим так и назывался — Наркомания. Если что, обязательно еще один глючер в руке. Оба-на! Все. Тазики какие-то ходят. Пушистые орки. Орки с Северного полюса. А что, такая там интересно, кто я такая? Не, ну, тебя ж тут не знают, если бы тут был бы Орфин, например. А кто это? Слушай, я тут... Орфин Джос. Слушай, я тут вообще никого со стри... Не знаю, кто там сидит. Дай! Надо пересмотреть список смотрящих, может... Тыщ. Не, ну вы видели? Походу, эти толкалки не обрабатываются, когда ты... Ну как бы их так обойти? Когда ты на другой стороне уровня, а они еще не обрабатываются, когда ты на этот кусок уровня респаунишься так сразу. Да хорошо, это на мной задолбали. Так, в общем-то, ты стримишь людям, которых ты вообще не смотришь. Это как по телевизору, тебя смотрят миллионы. Миллион не нагал хорош. Миллион убогих жирных лиц. Они все тебя знают, ты их нет. Ну, оно и понятно, одного человека забыли проще, чем миллион. Незаметно на странице нашего издания появляются грибы. Ага. А чё незаметно? По-моему, очень так заметно. Следующий уровень, по-моему, вообще весь на грибах будет. Народ, я не курила. Я говорю серьезно, дальше будут одни грибы. Подёлка на клале, идем дальше. Деду Морозу выдадут. Пачку за шишом. Выдадут. Очки. С
солнечные, автомат и еще пару мохножопых Рэмбо. Моя мечта. Так, а, вот, вот что за... Мохножопый Рэмбо, кстати, где-то есть. Рэмбо. Я теперь знаю, как своих одноклассников называть. Мохножопый Рэмбо, на пипец. И процитирую прямо из применения. Так, так, а ну, я сейчас те... Слушай, у меня под рукой много подручных средств. Я тебя сейчас... Я рядом с тобой сижу, я уже могу пользоваться, если что. Лёха, у меня тут целая корзинка. Ой, мама, ой, мама. Ладно, короче... Так, тихо! Я сейчас тебе все зубы выбью. Да я постараюсь уже, это... Так. Покультурнее. Ну, покультурнее. Эпичный слив. Деда Мороза в парашу. Да задолбали, что вы на мной ржете там. Не знаю, мне кажется, с такими комментариями стрим с более-менее еще интересно. Что, с матершивыми? Ну, не... Мат за лох успеха, запомни. Не с матершивыми, с такими с матершивыми. А, с кем он пол... Из кучи тупой петросянчины. Да я знаю. Я уже про счетчик жизни забыла. Так, а сейчас разворачиваемся и вот это. Блин, как я про него вообще вспомнила? Ленин. Ленин. Ленин махнорылый. Ой, прости меня, Ленин. А потом был еще Чёрный плащ 2. Рэмбо с пельями в жопе. Чёрный плащ. А-а-а! Оба на этом кое-что запалило. Так, а ну сейчас глянем. Его переехал двоечник Перестукин. Замерзший так северные авроры. На встрече северные авроры. Нас так раз пацан в классе рассказал. На встрече северные авроры. А мы идем на север. А мы идем на север. А мы идем на север. Да, шо цена петрозянщину не сильно смахивает. Ну да, больше как на цитирование старых мультиков. Ну да. И Пушкина еще. Да ты кэп. Оба-на, я что-то реально запалила тут хорошую. Тоже как бы. Ура, собрала. О, да не оришь ты мне на ухо. Ой, сейчас, сейчас на снеговика сяду. Спроси, кто смотрел из них Розен Мейден? Не, просто я смотрю... Ну там, одного персонажа напоминают, те снеговики в шапочках, тоже шапочками ходят. Шапочкой. Ну, тебя на стриме услышали, может, ответят. Народ, отзовитесь! Кстати, вам там еще не скучно нас смотреть, это если в чатику тихо. Да мне уже самой скучно, народ. 5 человеков смотрят. Удивительно. Они мазохисты? Мазохисты. Кто они? Это не так, для культур я смотрят. Они и не то, и не другое, они зрители. Эти всегда называют зрители. Оба-на, все три комплекта. Всё. И сейчас я наворачиваюсь. Блин, так... Ну какой баран сюда лед прицепил? Глянь, разгоняюсь как троллейбус, блин, на остановке. Люк, наш вопрос услышал. Прикинь, нет, услышал. Кого смотрел, спрашивает? Розен Мейден, ладно, проехал, не знаю. Отлично. Сейчас я наберу. Сейчас я ему наберу. Так, не надо, сейчас там еще наберешь много чего. Так, а тут я без смертей не могу. Бойте, паскуды по 2-3 выжать. Кстати, когда ты сказала про игру, вот я хуй. Приключения пионерки Ксении. Нет, блин. Где там были кротки? А-а-а! Калинка, шо? Сначала, ой, прикол, Калинка маленькая, потом, да выруби уже в печенках. Слушай, удивительно, без потерь прошло. Раньше всегда там наворачивалась. Так, шестой уровень. Вот, блин. Это та наркоматская кратка, где машины падают, ты просто на самолёт не летаешь. Откуда он до...
Снегожоп. Откуда перо? Ижи. Блин, есть хочу. Да иди ты. По делам. Слушай, реально, скажи, им еще не скучно. То есть, проси. Народ, вы еще там не умерли. Предлагаешь нам уйти? Нет. Что самой скучно. Ты же будешь видеть на Санта-Клаусе, значит. То, что мне все тут жизни прогавил. Да. И заработал новый рекорд. Я лучше, чем ты, поэтому ты ничего не сделаешь. Ты тут ничего не сделаешь. Да, я высокомерная. Да, я высокомерная зараза. Высокомерная. И наглая гейст, которая сама может сажать все печеньки. И понеслось! Мне кажется, высокомерной заразе нужно. Высокомерной заразе нужно прибыть. Ремень попочное лекарство. Зацените, я даже руки на клаве не держу. Стоим втыкаем. Тот, кого я не знаю. Ну это да, никнейм, вспомнишь, я его уже не слышал, забыл. Люк какой-то там. Чего ты знаешь, как он заставляет меня вспомнить игру, что мне как... Так и ждёшь, что грозный голос скажет, отвечает Александр Друсин. Извиняюсь, но я шоу никогда не сильно смотрела. Ну, так. А я смотрел, я смотрел. А сейчас валим, пока он мне жопу снежком не намылил. Это знаешь, такое интеллектуальное казино, где можно... Да, я видела. Как видела? Не, я видела, но один раз. А, ну так. Может быть, один из них раз, может, сейчас. Ха-ха-ха, въехал ты. Оба-на. Зашибись, обозрение. Колесо оборзения сейчас. Да. Это там дальше сейчас таку. Дальше уровни вообще веселые. Тут еще детский сад. За этими пленами скрывается сущий ад. Вон, начался сущий ад, его отсюда видно. Сущий ад, блин. Чат оживился уже. Морда. Друзь за все ответил. Кто друзь? Александр. А. Алёк Вейдер говорит. Не какой-то там, а вполне конкретный люк. Люк танковый. Я канализационный, что вспоминаю. Без обид. Диана на вас всех грозно смотрит из-под люка. Оба, они теперь мое имя знают. Что ж ты рассекречиваешь из архива Пентагона, Ирод? Дайте мне никнейм, впрочем. Ну, зараза. Ладно. Надеюсь, не его просто запомнили. Ты шел в какую-то бедную Дашу, мой никнейм еще запихал. Блин, да ты даёшь... Ну, в смысле, в название стрима. Ну, как ты его назвал? Мне страшно представить. Я ничего, нормально, Санта-Клаус и Трабл 2, ПЦ, Тейл и Стрелка. А что такое ПЦ, типа ППЦ? Вообще-то PC. А, Но, да, можно ППЦ. А я думал, ещё по скриптам. Это вообще будет Бобкин PC, да. Тролль, иди в жопу, по добру. Блин, тролль вообще... Знаешь, как... Кинг-Конг. Знаешь, как нас говорят, иди с миром, но в жопу. Не, ну серьезно, блин, задолбал. За этот... Я его послал туда, откуда он свои снежки достает. Так, кстати, видела, как он мощно себе руку в грудь бил. Кинг-Конг, чё?
Вообще крест могильный. О, приземлился. Кривой какой-то. Сам по себе уже косы кривые. Единственное... Кве-кве. Кве-кве. Все, чокнулась. Кве-кве. Давайте чокнемся под для полного счастья. Неси бокал, еще разобью. Конец уровня, я половину подарков нашла. Люк немножечко не понял, говорит. Погоди, раз, два, значит это вторая часть? Да, не поверишь, это вторая часть. Есть первая, но она фриватая, на самом деле. Есть первая, но у меня на нее нервов не хватит. Точно. На компе нет. Я думал, начала первую проходить, потом обнаружила, что у меня ее нет. Думала, как по-людски начать с первого, все, чтобы было. Потом, как только села проходить. Кстати, а по-людски, вообще по-людски игра должна называться Santa Claus in Trouble Again, а не два. Но... Внезапно такси снежок упал. Вместе идем. А этот... Оба нам что ли? На цепи храм. Что мне добивать? Кого фига у меня все подарки? А, ну сейчас туда еще сгоняем. Вот только как? Через то, откуда вот снежки бьют. Через сумку. Тоже можно. Рай, наверное, это мой рай. Ну, конечно, камера тут далеко не... Тринадцать. Да, зачетное количество. Так, а сейчас, это, надеюсь, не тот уровень. Блин, я не вижу, что там. А! Чё я ору? Стоп, что там снизу? Ка-ка-ка. О, зацени, а это там нафига? А это дырочка, наверное. Зайдешь в нее, телепортируешься. Телепортируешься. Слушай, это уровень вообще... Это уровень вообще не помню. Что это? А! Грибы! То, что я говорила. Грибы. Уровень гриб. Да, к сожалению, несмотря на... Да не ори, что так. Господи, несмотря на себя, не существовало всех этих грибов. Марио тут нет. Нет, я в другом плане, тут не добавлю. А, слушай, а вдруг это какой-то дальний родственник Марио? Только тут кирпичей что-то нет. Глянем в чат, может там что-то интересное. Люк, у тебя спрашивает. Стрелка, что же ты слушаешь песни, Максим? Кто это? Наверное, это из-за того, который ты там пропал. А, наверное, это мой род. Да это я приколы по сталкеру сотрел, а там это байда была. Я вообще сиди слушаю. Вот. Так что расслабься, чувак. Слышь, чувак, тут что-то не так. Ты о чем? Вам что, не нравится, как я играю? Нет. Дело в другом, понимаешь же, ты прыгаешь по зеленым грибам, да? А на дальнем плане еще красные. Это уже явный грибок, знаешь. Только они еще снегом покрыты, ну ладно. Зацензурили. Типа, чтоб не полились копирайты. Нет, как это, блин, можно сказать. Ну, короче, вы поняли, чтоб... Чтоб Nintendo в суд не подала. Блин, у меня секунду мозги перешибло, я сначала подумала, что... Делаем сначала покрова из снега. Так, где надо смотреть? Где надо идти, короче, против движения, чтобы нормально. Ну я уже поняла, слушай. Что-то тут тупила. О, ACDC ролик давай. Молодцы, кореша, точно мои, всё. Интересно, это нормально слышно? А, не знаю. Так, где-то голос выше фоном. Ага, как ты меня разок разбудил. Голос выше. На грибочек посмотрите. Я знаю,
додумал можно. Не, я развернулась просто посмотреть по-людски. То, что такие придурки, блин, ездят. На нем еще это подарок. А что, там народ-то сидит, все слухает? Не только какой-то написал, а еще и Олег. А! Кто это? Вот, Олег. По-моему, он у нас в чатике чистится, как он ходит в итоге. Олег еще говорит, что вот теперь душа моя спокойна. Теперь говорят, что не будет никакого тамбура, ребята. Нифига, народ. Меня не тянут от всех этих розовых соплей. Слушаю рок-метал. Пробуем. На розовые сопли надо черный платочек. Ага. Даже сейчас я сижу, на мне черные джинсы, на черные ногти, на ногтях белым написано ACDC. И белый халат с разноцветными звездочками. Ну извиняюсь, мне его давно подарили, а дома холодно. Говорит, Моторхед тоже рулит. По поводу. Я вообще погоняла, там не запоминаю, народ. Это можно ликвиш говорить. Моторхед. Руль, название. А! Моторхед, не знаешь? It's time to play the game. Вспомнил. К нам поднялся Ил Стрэнджер, тем временем спрашивает, а стрим есть вообще? А шо? Я что-то не выкупила. А чё, его не видно там? Чё, тут седьмой уровень, зря уже прохожу? Так, кто? Лайф тут вообще-то показывает. Может, это вина Твича, который, сама знаешь, динамическое говно. А что это? Твич это... Сейчас все прохождение смотрит. Не прямо они ВКонтакте же смотрят, да? Ну, я поняла, что не ВКонтакте. Слушай, я шутя, блондинка. Хотя, не блондинка, а русая. Оба-на, народ, зацените. Сейчас, развернусь, пропалим кое-что. Блин. Какого хрена у них? Блин, всё. Ладно. Сейчас покажу то, что попыталась. Блин, сюда не видно. Короче, все резко смотрим налево. Вон, вон. Видно. Да какая ворона, там морки ходят и подарки. Мне туда, походу, надо. Вон, гриб палится. Ага. Стоп, вопрос, как они там ходят? Как? Не падай. Чехаем репу. Яна, я не сомневаюсь, можно было бы запрограммировать уровень так, чтобы они по воздуху ходили. Так, отдыхаем пока. Стрэнджер говорит, о, так вот та упоротая игра называется. Какая? Вот это. А, ну что она упоротая, если она затунет? Так, осторожно. Ну, она еще не упоротая, это пропорции Марио, конечно. Но очень близко к тому, как это. Я не сдамся без боя! Камеру поверни прямо на грибную камеру. Так, сейчас все будет. Не спрашивайте, что я делаю. По поводу этой платформы в Ритмах пишет. Все должны смотреть налево, это провокация. Так, сейчас отпустим. Давай! Ну! Да шо ж ты... Дай. Еще и глюк полегнул. Я сейчас говорю, я не понял. Они грибы пикселями рисовали или вокселями? Шмокселями. Так, сейчас. Ну ты залезешь, блин! Не знаю, походу это капот. Я не сдамся без боя. Спустя час Андрей. Блин, если бы тут кончить, то можно было бы. Ладно. Я же говорила! Хоровод вокруг гриба, Стрэнджер. Я бы там тоже подумал, кстати. Ну что ж, бой завершён. I'm winner. I'm winner. Теперь ты еще вторая пирога. Не, я упертая. Давай. Так, ну стоим. Ослик. Холивор с грибом.
Кстати, народ, мне тут друзья исправляли, говорили, что правильно не холивор, а холивар. Холивар, это по-русски относительно этих самых срачков. Что там, гоня с моего холивара с грибом? А сейчас у меня будет уже хелвар с воронами. Чата живется, значит. Петросян от бога. Так, стоп. Бейдер пишет, нет, ну реально 3D ремейк Days Before Christmas на сети какой-то. Главный герой, враги, музыка, почти все как там. Хе-хе, сегодня я, походу. Так. И насчет провокации, чтобы смотреть налево. Налево от меня лампа. Почему я должен на нее смотреть? Кстати, налево от меня тоже лампа. Потри лампу, из нее джин вылезет. Давай. Сейчас вместо джина там клопы повылазят. Ну, много джинов, значит. Народ, читала прикол, пошловато немного рассказывать или не надо? Даже рассказывал, что там. А что там чат? Да тут задержка, я на самом понимании. Спрашивают у мальчика в школе. Что дает нам курица? Яйца. Ну, ты еще потому что кроме яиц? Ну, яйца. Ну, вот ты на чем спишь? На полу. А что под голову кладешь? Валенок. Ну ладно, на чем спит твой папа? На маме. А когда мамы нет, на соседке. А когда соседки нет, тогда папы дома нет. Ладно, на чем спит твой дедушка? На кровати. Что он кладет под голову? Подушку. Что будет, если ударить сильно по подушке? Пыль. А если еще сильнее? Клопы. А что будет, если разрезать под... Что мы получим, если разрежем подушку ножом? По жопе. Опа. Это что было? Ну, а все... Яна, короче, рассказываю дальше. А что... Ну, после того, как уже получили по жопе, что мы получаем? Перья. Ну, наконец-то. Что нам дает курица? Яйца. Кстати, я тут только что увидел, что нам в чатике дали официальное разрешение на рассказывание этого анекдота. О, круто! Ну так как видите... Да мать вашу, это что было? Блин, это я рот окрою, вам да ладно. Так, а сейчас надо узбагуиться. Блин, надо было стрим с вебкой делать. Да у меня вебки, господа, нету. Ну, можно стримить в Reddit. Да ну, еще 15... Оба-на! Глянь, что я нашла. Говорит, рокер в халатике. С таким звуком еще и видеоряд соответствует. Ого, народ! Оба-на. Молотки тоже на спице висят, оказывается. Да прикинула, еще и увидела это. Даже в рождественской игре пишут, могут обойтись без грибов. Блин. Или, кстати, это к анекдоту уже все. С тобой и начинали. К яйцам. Курица, да. Не тема, которую некоторые, наверное, подумали. А по поводу... Это же то, что по поводу, типа, смотрите налево. Оба-на, народ, сейчас. Сейчас все будет, сейчас прикольнемся. Ну! Давай! Ну! Мега-джамп. Промазалась. Ныряние в пропасть с высоты. Глянь, что там в чаде. Новый вид спорта. В чаде. Это жаль, что ее нет, надо приобрести. Ну, как бы она у нас есть. Но мне ее переть в линке. Давай не орать не так громко, то... Да я не знаю, может меня там не слышат микрофон, а то и от меня далеко. Там мы орем так, что там в соседних, в соседнем подъезде уже, наверное, слышно. Так, молоток, ну что ж ты такой придурок? Диана, нормально, так угара больше будет. Аллилуйя. Оба, на подарков двух нету. Ладно, бросай ты это дело, давай уже на финишную кривую. Петросян, блин. Народ, зацените, я живу с Петросяном, как оказалось, а. Блин, подарки еще видать. Они записывают? 83 тысячи очков. 83 косарика. Да, там все записывается, надо только будет потом скачать. Это наше безобразие. Тут Twitch подключает через 4 дня. Наверное, там будет опять 0 вьюверов зарегистрировано. Ой, блин, стыдно мне это будет пересматривать. Если он не будет орать громко, его не будет слышно за музыкой игры, так что
что я маму напугала, в соседней комнате все фильмы спокойно смотрят. Ладно. Что это было? Слушай, я пиццу захотела. Ой, ну извини, я... Вот! Стрэнджер удивляется, пингвины крякают разве? Ой, поверь, я сама такого знала. Сейчас у меня начнется халивар с дощечками. Блин, уже со мной друзья говорят, халивар. Война с фанерой. Обрамленное железо. Нормально, я сейчас спокойно пройду спидраном. Не, вот только я. Фанера обрамленное железо. Знаешь, напоминает мне нынешнюю зарубежную попсу. Просто одним тоном поет, а потом на компьютере звук обрабатывает. Типа поет. Ну, а меня надобивает, когда в попсу вставляют электрогитару. Норд, а кто у нас рок и металл слушает? Да, по-моему, все. Кроме Кента, хотя. Шо, он рок не слушает? Да, Кента, да. Так. Рипарк. А, как, а какой? Американский, русский? Да, по-моему, больше русский. Печально. Ну ладно, не буду его ругать за его музыкальные вкусы. Ибо с одним я уже там чуваком пересобачилась, что он там говорил, что здесь их говно, а Бибер рулит. Подружка, конечно, то здесь и не тянется, но мы его там матюгали весь вечер. Уже, кстати, продолжает логический ряд, начинает сомневаться в способностях моего тупого юмора. Я что-то не догнала чуть-чуть. Только я говорю, что там тупо, просто что-то... Так, пингвины крякают разве? Илья, в этой игре это... Ёжики, ёжики квакают деревья. А да, петросянят разве? А хвосты петросянят? А стрелки стримят? А стрелки стримят и кричат. А стрелки стримят и кричат. Ой, народ, а сейчас? Ну, не поминайте лихо. Люк тут ещё спрашивает. Ну, как туда добраться, скажите, а? Может, тут нормально скажут. Да не знаю, ну как-то ж комплект хочется вроде собрать один, а там же все три вида. Ну да, там... Да, Люк прав, за один комплект дают жизнь. Причем не важно какой, фиолетовый, надо... разноцветный. Как-то мне туда ни разу не долетало. Попробую последний раз. Люк, не сомневаюсь, что Кент прикалывался, хотя бы умрет. Да ладно, ну их, блин. Я убью, блин, сейчас жизни больше, чем... Насобираю, все равно. Я убью сейчас жизни больше, чем фанатов рэпа. Ха. Надо про. Надо так говорить. Да ну там, наверное, чувак хороший, что его убивать-то. Наверное, не знаю. Рейджер говорит, только суицид туда добраться. Ха-ха! Точно. Слушай, Дед Мороз, у тебя ж наверняка там есть ракетница. Давай сядем, полетаем на ракетнице. Сядем, полетаем на ракетнице, когда игрушные лошадки. Не, а чё, я во второй части Сэма, именно во втором, не во втором пришествии, летала на ракетнице. Было весело, только за локацию вылетела. Зато... У тебя, ну, извиняй, Rocket Jump'а тут нету, есть только Pincar Jump. Фух, эта хрень туда не пошла. Ой, слушай, нафига эти подарки беру? А, ну, разве что ради очку. Стоп, а сюда доходила? Народ, я тут не была ещё. Всё, сейчас так лажать буду. Сразу... Хотя бы подготовилась к этому уже за 3,5 жизни. 14, всё-таки 14 год. Даже фанаты Мегамена столько не наберут. Особенно фанатов больше людей нельзя. Оба-на, ухожоп. А чё, тут прикольно, слушай, мне что-то не нравится, тут какой-то подвод должен быть. А сейчас глянем, а там... Что? Да ё-моё, блин, задолбали, ухожу, последняйте отсюда. Фу. Ой, пирожков что? Оба! Я ухожу, ухожу. Так, стой, постоим сейчас спокойно. Да не оришь ты. А как туда добраться, скажите?
А хотя нафига мне эти подарки логично, если я все-таки пропустила там. На самом деле можно молотками добраться, но думаю, тебе толку нет. Угу. Не, ну понятно, что молотками добраться тут больше нечем, автостопа нету. Так, короче, я на подарки у народа буду дальше плевать, ибо как-то собирать их смысла нету. Дед Мороз отлично перемахнул через два Ванхаммера. О, вот это уже что-то новенькое. О, сейчас гляну, может тут что-то интересное, жизнь. Оба... А ну стоп, ну там грибы, я по ним потом залезу. Ой, блин, как хочу пирожку. Сейчас такой народ в чате, жрать надо меньше. Да... Я блондинка. Я была натуральная блондинка. А, да блин, задолбали. О. Народ, шо? Я простая русская девчонка. Слушайте, народ, ну скажите, как туда залезть можно? Что-то... У меня... Если попробовать соблюсти тайминг, то тогда на тебя прут прыгать. Во, вот так. Да правда, тут придется, думаю, очень долго тайминг соблюдать. Этот сраный, сволочный. И сейчас там будет цветной подарок, я выругаюсь. А тут... Русская, но с украинским акцентом говорит какой-то, по-моему. Или мне там кажется? Не, мы с Украины. Да. Кривой Рог. Игра игрой, обед по расписанию, пишет Мурталик, да. Ну, если я встаю в час дня. Походу, ты себе ID-клип. Я сейчас психану и клавиатуру съем. Оба-на! Слышь, мне ВК написали. Мне страшно. Я даже знаю, кто, и я даже знаю, что. Так. Ладно. Снежные крыши, все, новый эпизод. Ой, народ, если... Народ, я это пройду и отдохну, наверное. Если что, потом продолжим, потому что... Стрейнджер говорит, сложные это хорошо, запасы сала есть. Я сало ненавижу. Народ, а ей разве есть такие? Я помню этих гоблинов. В розовых шарфиках, звери вы прям. Звезда в шоке вообще. А, я помню это. Это в демо-версии было, да? Второй уровень. Блин, не получилось спонтануться, ну да ладно. О. Говорит, я слышал ВК. Я слышал ВК. Вейдер. Валево, валево, тебя. Быстро закрывай ВК, не отлетал. Блин, я сделал игру, да играю, потом быстро не закрывай ВК. Не, я знаю, что мне написали, я тут. Я приехал. Во. И сейчас на меня выходит. Это мне вопрос больше понравится, а борщи любишь? Когда жрать хочется и такое, да. Не, ну в принципе вообще борщики у нас вкусные. Вот эти, что это за фигня? Они сейчас тебя подбрасывают должны. Ага, понятно. Ладно, вернусь потом. Может там подарки есть? Народ, ну я больше пиццу люблю. Ну хотя борщ тоже вкусный, особенно если с печеньками. Не спрашивайте, как это совместимо. Штуками можно. Итальяно, итальяно. Да. Изуби! Марио! Ой, блин, как есть хочется. Тут походу секрет есть.
Фу. Так, а ну попробуй сюда. Да сейчас, да подожди, что мне на него встать надо. Сейчас. Да блин, оно... Под... Она его сбивает, я не могу... Кстати, Стрэнджер на твой ответ про сало удивился такой. Это как? Как я ненавидел сало? Разве такие люди существуют? Да. Да блин, сраная платформа. Ну я ж... Да ладно, тебе с ними придется свыкаться. Запикаешь потом, если что. Они одновременно спускаются, или слышал? Вот оно как. Ух ты, тут целое бетонное здание. У нее бетонная платформа. Блин, не могу запрыгнуть. Кстати, сколько нас народ смотрит? 7 человек. Аж 7 человек? Ну да ладно, это хорошо. Да. Кстати. Это нормально или сильно тупо? Круто, могу. Слушайте. Слушай, а по крышам лезть можно тут или они прозрачные? Мне кажется, что прозрачные. Ага, фига. Можно, но только. Не, ну... Просто печеньки такие, знаете. Да. Частные. Да, 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 да. Не, вообще я лук не люблю. С луком и сметаной. Да, туки. Тук-тук. Кстати, народ, прикол. Нам как-то в классе пацан заходит. Народ, туки, будьте. А я сижу на первой парте на моем углу. Блин. В общем, они как увидели, там было печеньки три. Они как схватили, они все печеньки прям на парту, зараза, раскрошили. Потом подметать пришлось. Где Кэрэдот? Продукт ратит драгоценный. Слушай, меня добивают, ну как туда залезть можно? Как-то вроде на пингвина не хочется садиться. Ой, сейчас бы поесть. Смотрю на пингвинов уже как на мясо. Яна, введи чит-код. Пусть у Деда Мороза пушат ганчик. И бутылочка водки. Руби хардкор. Так. А, и... Сделала так, чтобы его телепортировала на кухню, чтобы ему было где мясо готовить. Киноману! Кстати, да! Надеюсь, меня киноман не смотрит. Правильно надеешься, кстати. Вот тут дед. И не показывайте ему этот стрим. Кстати, еще там дым стрим. По-моему, это было... Киноман чайник забыл выключить. Ну, вон, валит себе, да и валит. Не, на платформе, с которой ты только что спрыгнула. Я думаю, может, какие-то... Да ну, в жопу. Жопопончика. Ой, не напоминай про это. Народ, вы что там молчите? Это Лёха так с очку и в чат не смотрит. Нет, не сочкуют. Ты не поверишь. Они уже... Уснули все. Они уже твои мовы, да. Пингвина каннибализму завидуют. Ну что ему завидовать, народ? Я жрать хочу. Ой, блин. Ой, блин, ой, глин. Ой, павлин. Ой, павлин. Еда. Народ, зацените, что я нашла. Ладно. Говорит, пингвинов на мясо? Слышал бы тебя, Твист убил бы. Кто это? Доктор Твист. Не знаю, кто это. Что за чувак? Ой-о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 й-
Народ, а кто там... А кто-то Мэнсона слухал? Мэнсона, Рамштайн, Мегадеса, такое что-то. Рамштайна точно тут слышали, я на этом даже в этом сомневалась. Ну, Рамштайн, тут понятно, ну, Мэнсона кто-то слухал. Стрейнджер, наркострим какой-то. Чё, привыкай.
дальше будет игра по наркоманности. Да ну и дальше... Если Диана её переживёт. Да я поем хотя бы пойду. Или завтра уже буду, ну не знаю. Ну, в общем, у меня пока каникулы, я могу фигнёй страдать. Да хотя я во время учебного года фигнёй страдаю. Или ты сам будешь стримить, а я детку буду командовать, закрою, открою окно. Так, Люк Вейдер по известным телешоу. Интересуется мне по играм по известным телешоу. Народ, могу сталкер стримить. Говорит, вот, кстати, интересно, по Полю чудес вышло дофига игр. А по своей игре, и что где, когда, хоть одна есть? Что, где, когда? А, тут, на Поле чудес, а, это ж там, где еще чувак был. Ну, да. Значит, что, где, когда, я не знаю. Там я тоже. Там чисто командная игра, и принеси будет немного трудно. Не, в принципе, можно и так Поле чудес замутить. А еще там надо называть кучу фактов. И как это все потом вбивать? Ну, ладно, 11 же. Аллилуйя. А я схитрю. Нормально хитришь, чё? Спасибо. Дед Мороз, как тебе не срачно, а так, блин, лазит тут? Вот этот чувак, который кавер на очень, ну, три слова в песне, ну вы поняли. Он. Ага. Я друзьям скинула этот выпуск с этим, хорошо, гнали дуру. Внезапно технодрум. Про твой вопрос про этот сам. Пода Мэнсона. Я слушал и Рамштайн, и Мэнсона, если речь про Мэрилина Мэнсона. Ну понятно. Стрейнджер, слушать надо то, чего из ушей кровь не идет. Люк. Илья, так не идет. Его не Осборна слушал. Крейзи Трейн, ла-ла. Шо? Не знаю, что там делать. Когда ты про ла-ла голосовался, другая песня. Майкл Джексон Питер. Ту-ру-ру-рум, ту-ру-рум. Ну что-то спор. Блин, народ, мне уже. Мне как-то уже. Короче, я очкую. Вот Олег говорит, Мэнсон нам только народ пугать. Ну я там еще приписал, что Оси крут. А есть такие там заядлые фаны Айсов? Айсов, ACDC. Сокращаем. Айсов, Айсы. Рамштайн, Рама. Знаешь, как-то сокращать уже не Айс. Что мне дальше? Миллиметраж. Давай миллиметраж. Давай миллиметраж. Даешь миллиметраж. Лобана. Даешь, не будешь. Окей, давай. Вот, блин. Косяки ворон. Ну шо ж... Шо ж за жизнь-то такая с ворон? Блин, так не доживу. АЦДЦ. Лёза с ней уже 9 жизней, я уже тут 2 раза навернулась на этих воронах. Офигеть. Я же говорю, я так не доживу. АЦДЦ. Я его прочитала уже. Пусть все из них поняли. Ладно, ладно. Да я этого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Третий раз. Так, сейчас отдохну. Вот это мы деньги каркают. Ой, что там в чате? В чате пока что пустота. А Мэгдаса кто-то слушал. Такие, кто это? Похоже, там все Мэгдаса слушали. Слушали, как он на гитаре его наяривал. А. Да ну что же за это? Оригинальная мата за питьевую. Тихо, не ори. Это так тошно.
Четвертый раз. К сожалению, по крышам тут бегать нельзя. Только сквозь них попал. Да не кричишь ты, блин, уже ухо квадратное. Да, срабочки тут явно. Везде, где мы его сделали. Да я им сейчас мозгами, блин, клиппинг делаю. Печеного хуже. Окей. Так, народ, все запомнили, он говорит, что он мне памятник поставит. Чтоб поставил потом, если я байду пройду. Тайласян, все, у тебя Карен Тайласян. Все, Лех, я тебя Тайласяном называть буду. Народ, задавайте вопрос, все равно и так скучно. Дай мне делать нечего. Кстати, я тебя опять не так однажды по приколу назвал. Тейл Дир. Дир Тайласян. Тейл Рэм. А что это? Это вертилятор. Это вертилятор. Да, как-то не страшно. Но зацепает. Блин, это подходит. Так, стой. Пошли в баню. Это... А вдруг там жизнь? Проверим? Доверяй, да проверяй. Нет. Говорит, Элиса Купера забыли совсем. Блин, народ, извините, Купера не слухаем. Ну, а что слышал по поводу? Я слышала про Купера, но как-то не сильно им страдаю. Я песни слушала. Так, ну почему сразу? Нормальная девочка стримит, нечего тут. О, спасибо. Оба. А, так это не на венте становиться надо, а эти штуки. Что я совсем тупо. Да. К сожалению. Кстати, я вроде как тоже помню это место, вернее, припоминаю. Да, народ, брать подарок не буду, нафиг он надо, еще сейчас навернусь три раза. Памятник при жизни ставить дурная примета. Ладно. Ладно, тогда идти это. Шампанское. Да пиццу купи мне, блин. Детская. И еще поверх ты пиццу с лазаньей для себя. Ну, зараза. Ну, ты не знаешь, что лазанью не купишь, ты же. Я пиццу хочу, пиццу. Не, а реально, давай посмотрим, если брат мне пиццу пойдешь купишь. Кстати, а нам тут ехать просто курить. Дерзай. Общий. Люк Вейдер опять. Что ж такое любопытно? Какие сериалы и какие персонажи в сериалах вам нравятся? Господа, я телек не смотрю. Ну, ты контактики смотришь. Вообще-то нет. Как нет, я? Не, я аниме иногда смотрю. Как сказать? Меня не можно тебя туго назвать, но иногда посматриваю. Ну так назови своих любимых персонажей хотя бы оттуда, чтобы товарищ смотрящий был доволен. Переспрашивать, кто знает аниме Розен Мейден, думаю, бесполезно. Еще не факт, что я смотревший. Короче, аниме Розен Мейден, это вообще все куклы, мне больше нравится Сугинта. Помню я это место. Так, сколько тут еще два... Этот... Короче, три уровня мне, если это сосчитать, да? Да. Мне как-то это не сильно помогает. Еще это два уровня, и все. И с Лехи пицца. Не, что, все, серьезно, ты мне пиццу купишь, если я это пройду? Да нет, надо будет. Пицца! Пицца, 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 технодром. Да я даже со своими клонами в настолку играл. Один клон так делает. Самый тупой клон. О, пицца! Окей, хочу. Ой, народ, просто оцените. Серый на стриме, серый нас смотрит. Шо, Серка? Привет, Серка. О, здоров. Помнишь 14-летнюю фанатку, а? Вспоминай. Да-да-да, давай, кстати, вспоминай. Напрягай мозг.
Если не сложно, конечно. Про кого там стрелка спрашивала, Морталик спрашивает. Про Мейден. Фак Мейден. Хрена себе, тебе ребро лопастью порезали и все. Кровотечение. Вон костюм даже не отмыл с прошлого раза. Сейчас. Привет. Да потом. Окей. Я одна. Ну что-то совсем на день рождения уже была никакая. Мне уже стрёмно. Да, чел действительно ужил. Читать его как-то опа. А дед придется попрыгать. Нет, блин, стоять собираюсь. Не, Лёх, ради пиццы я пройду это. Так. Двойной прыжок. Так. Так, слушай, я тут не догнал. Получается... Стой, стой. Тут я не догнал. Это типа я... Ну, это как в Марио эти платформы, что 8-1. Типа, платформы едут, а я стою, да? Чтоб я так... Я не знаю, честно говоря. Блин. Народ, мне кажется, я тут сейчас и полягу. Нет, таки ты стоишь на них нормально. А, ты уже спишь. Это больше как спа, ага. Так, ладно, сейчас почитаем чатик. Дайл, ёшкин ты тролль, читай чат. Скоро на работу опять печалька, хотя это не самая печалька. Печалька, то, что мне в школу надо. Да, кстати, да. Серка говорит, классные вы, я вас всех знаю и помню. Луп-луп. Лакореш. Я бы тоже хныкал. Кстати, до сих пор с твоего стрима тянусь, про викингов. Египет. Викинги. Ага. Викинги. Сесурите, отлично. Кстати, с брательником потом на приставке пытались пройти. Ну что-то прошли. Блин! Зацени! Ну вот шо это? Серка говорит, я один и неповторимый. Стрелкуша, давай, стрелкуша, ну что ты так? Кстати, Люк, когда тут кончатся все жизни, тут можно либо забить супер рекорд, либо сделать конг, но все жизни. Все очки полетят нафиг. А я постараюсь. Но думаю, ради пиццы она даже на очки забьет. Конечно. 18.57, блин, наверное, 500 на завтрак. Ну да. Конечно. Построждественская пицца. Так, сейчас, мне этот снеговик тут весь обзор закрыл, нифига не вижу. Так. Весь пейзажик с гаража. Давай, я верю в тебя. Фу, аллилуйя. Серка тогда говорит, посмотрел призрачный патруль и всех полупыл. Я тоже смотрел призрачный патруль, хотя у меня такие смешные ощущения остались по этому поводу. Кстати, тролль ходит на месте. Ага, я заметил. Знаешь, как в старых играх у покемонов, да? Черно-белый геймбой еще. Да блин. Вообще, почему? Так. Я натащил. Кого? Топор или виселицу? Все подумали, что Серка Мотор на фриплоте ТВ. Так, народ, мне это уже не сильно нравится. Диан, тащи. Тихо. У нас сюда один присест просто проходить, а не так, как я резину тяну. Так, сейчас должна быть настолько осторожной, что... Блин, самое обидное, что это начало уровня.
Ладно, плюну на подарок. Или взять. О, дядь, о! Самое трошкое место. Пшик. 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 Хорошо, что у нас нет вебки. Мое лицо, наверное, было... Так. Народ, что-то мне кажется, что если я пойду за этим подарком, я сдохну. Что думаете? Санта голосом стрелкуши, это шикарно. Народ, вопрос, перед за этим подарком, то мне страшно. Не, ну и пошли его в баню. Хотя можешь попробовать. Все равно уже. Двойной прыжок. Времени навал. Меня еще стрелкуша никто не называл. Вообще мало кто знает, что у меня такой ник. Так, а мне это уже, вот это мне уже совсем не нравится. Люк спрашивает, в каком мрачном мире происходит неизвестно, что повсюду бездонные пропасти, зияющие чернотой. Походу в ночном Амстердаме. Ага, особенно по грибам. Ну, хотя там больше травка, но ладно. О, если это Амстердам, я встречу Ангуса Янга. Что? Ну почему ты смеешься? Не-не-не. Ну что, думал, в Сиднее? Да не, ничего. Кстати, место не на такое уж и страшно, если подумать. Сейчас. Да, тебя просто везде переворачивают. Да. О, клик. Клик заявился, старый знакомый. Кто вообще? Все эти люди в эфире. Я и брательник. Ента Тейл, а вот Ента, кто сейчас на кнопочки нажимает, Ента Стрелка. Знакомьтесь. Стрелкуша. Так. Стрелкуша. Стрелкуша. Извини, я тебя не задолбал еще. Не, меня больше смущает даже шестеренка впереди. Так, что-то я чую, пиццу не сильно заработаю. Так, фух. А, так что? Тут медленные эстонские шестеренки. Блин, как это прыгнуть наверх. А, нет проблем. Надеюсь, та херня не переворачивается. Ну, разумеется, чем дальше, тем интереснее. Потом этих шестеренок будет штук 80. Слушайте, не все так страшно, как я думала. Скажи, что дальше, чтобы я уже сразу знала, чему мне не удивляться. Ой, господи. Клик опять спрашивает, кто играет, кто на заднем плане говорит, а то еле слышно. Играю я. Да блин, представь все по-нормальному. Стрелка. Вот так, вот так. А-а-а! Мне кажется, что ты ракетка даже не поменял. Что вы к той Даше прицепились? Дашборд, господи. А. Название стрима. Даша, эй, вперед, Даша. Тю-тю-тю-тю, Даша. Даша, путешественница наша, Даша. Вспомнила детство. Вместе с этой игрой. Блин, даже петь научилась, и это удивительно. Оба-на. Ай, фанфары. Жесть, говно, но мы с лопатой. Стрелка, это девушка или парень? Ты издеваешься? Тебе такой интимный вопросик. Господа, вы издеваетесь, а? Стрелка, это моя сестра, если чё. И куда тут идти, извиняюсь, а? Это пойдешь направо, псы завалят, налево жарко запалит. Там чудеса, там брюрер бродит, и мерзкий контролер сидит. Зеркало отжигает. Стоп! Стрелка есть. Получается, белка на заднем плане вещает голосом Дайва. Ага. А чё, у меня второе погоняло стрелка. Белка Дайв. А ты, Лё, говори твое погоняло со двора еще старое. Алёша, белки наступают. Наступают, да. До сих пор помню. Слушай, мне кажется, что сейчас все эти платформы в хлам посыпятся. Ни одной тебе. У меня уже... Люк Вейдер отвечает. Серка, белка это жена Пиксель Дэвила, по-моему. Белочка. Короче, народ, это просто мой первый стрим, но мне делать совсем нефиг. Ох,
А это, А вот это уже сильно карамельное. Не кричи, не кричи, не кричи, не кричи. Да ты хочешь, чтобы я оглохла? Начались разборки. Так, слушайте, господа, что-то я не догнала. Тут я как-то уже совсем перестала понимать схему уровня. Ну да ладно. Блин, мне это уже пугать начало. Но я ради пиццы я пойду на все. Да. Правда, если я не заблужусь, то тебя уже заблудилась. Куда я вообще иду? Кстати, а кто эту игру проходил? Из тех, кто вообще есть. Не знаю, но из тех, кто вообще нет, наверное, Фома и только один. Кстати, Сера, не думала, что на стрим на этот придешь. Как ты про нее узнал, кстати? Или тебя нафанил уже в Твиче? Наверное, это Твич нафанил. О, на фрегате стримить, давай, вали. Любой говорит, белочка придет на праздники ко всем. Кстати, у меня второе погоняло белка. Так что белка и стрелка. Да, в одном. Белка, стрелки. Белки наступают, стрелки стреляют. Так. Вроде приземлилась нормально. А. Клик удивляется. Сестра Тейла? Правда? Да, я его сестра. Озерка говорит. Стрелку в главные стримеры. Она божественна. Ну и спасибо. Зарь, не хочешь потом? Надо... Да не знаю, как получится. Ты знаешь, у меня свободных дней вообще нет. Ну, учебные дни. Да, теперь главное как бы выбрать свободный день для стрима, потому как... Летом постримлю, народ! Потому как война войной, я стримлю по расписанию. Ого, что, прямо все настолько... Да-да-да-да-да, это на фрегате тут все развал идет. Да, блин, господи. Стрим? А, за мной гонятся! Это филы какие-то. Ну, блин. Смотрю, что-то они мне уже напоминают. Нафига с этими подарками пошла? А, точно. Серый. Шо? Стрелки не 13 лет, а 4. Да. Девушке вообще неприлично напоминать о ее возрасте. Ну да ладно, я пацанка, мне норм. Стрэнджер говорит, аж раньше меня. Не знал, что такие стримят. Не мельче меня. Прошу прощения за то, что я переврал цитату. Ну ладно. Так что, кто-то есть младше, чем я? Да. Армагеддон. А, это что? А сколько Армагеддону? А, я не помню, честно. Народ, мне страшно идти дальше, что делать? Варианты, кроме водки, есть. Идти о, дальше. Да. Диан, твоя спасительная платформа. Счастье-то уехало. Ну что, народ, думаете пропускать всю эту байду? То что чувствую? Да, клик, стрелку зовут Диана, если чё. Зовут Диана. Я. Всегда ним, думаю, не надо называть. Серкова говорит, 31. Вы что, про мой возраст? А может, про возраст Армагеддона, я не знаю. Армагеддес. Ладно, пропускаю все эти подарки, ибо еще 5 раз тут навернусь на них. Ликвейдер говорит, я думаю, надо открыть школу стримеров. Там будут обучать, как лучше комментировать, как пользоваться OSX-ом, где качать ROM, как настраивать эмулятор и так далее. Наши пока нет вроде среди стримеров. Я самая кавайка! Так, ой, Только самая матершивая кавайка какая-то. Народ, оцените конец уровня! Почти последний уровень, ни одной жизни практически. По сравнению давай. С тем, что у тебя было. Давай. Ладно, фиг с подарком. Армагеду 15, Диан, ты самая младшая. Так, ладно, что мне уже штрумно по сторонам даже смотреть. Серкофос говорит, ну вообще красотища. А ты чё? Стой, ты чё, с Украины разве? Я думала, ты в Москве. Нет, я просто наверное. Я думала, ты в Москве живёшь. Это он восхищается нашим восхищающим стримом. Купуй-то украинцы. Так, сейчас начался жесткий спидран, потому что какие-то сосиски, блин, перевязанные. Ну, глянь.
самолета из сосисок. Причем работает не на одном пропеллере, а на нескольких сразу. Чего так, народ, мне уже пожилки трусят. Так. Где отдавал последний рубеж? Тихоокеанский рубеж. Покори. Народ, все запомнили, что он мне пиццу должен, а? Если это... Все запомнили. Ладно, подарки и так, думаю, собирать нет смысла уже. Или ради очков. Так, куда мне идти? Наверное, сюда? Ладно. Там обычно, где стрелка, там... Там, где я, туда и идти, да? Так, шутник от бога. Так, а сейчас я пойду... Так, сейчас я туда загляну, что там? А, там только подарок. Шутник от бога, это какой-то религиозный Петросян получается. Так, там подарок, я туда идти не буду. Мне нужны жизни. Стрейнджер говорит, я тоже понимаю, только русского происхождения не украл. А у нас получается наоборот. Народ, мне страшно. Ой, блин. А ну подожди, ты уперена можешь? Мне интересно. Конечно. Хули. Ибо я блондинка. Почти блондинка уже. Так. И сейчас облом. Ну, гоблин, ну ты, блин, воблин. It's me, Mario. Так, народ, а что ты тут сомневаешься, что сюда вообще допрыгну? За родину! Молодцом, прыжок веры прежнего. Так, харе, блин. Так, стоп. А тут перила, лада, думались, убрали. Тебе придется перепрыгнуть, блин, куда они на тебя скатись. Не очень удачно. Так, народ, мне страшно. Может, проще обойти и так будет, а? Говорит, Тайл, у тебя сестра Грабарнаца? Кто? Ну, короче, которая придирается в каждой чепятке. Есть, ну. Не, народ, ну-ка, скажите, как, наверное, лучше идти? Прямо или вот сюда? Мне кажется, что... Так две жизни, блин, куда пробовать? Пробуй. Ага, сейчас скажет. Нахер на очки давай. Хотя ладно. Ты пройдешь. Так, сейчас опять, наверное, под пингвиняры. Конечно, это просто обход. Народ, жаль, вебки нет, моя рожа была бесподобная. Ну как нет? Зала перед ней. Да успокойся ты, секьюрити. Мне так проще. Тайл, ты же граммарнаций. Ну как еще сказать? Когда мне не нравится игра, ко всему придираюсь. И когда мне надоело какая-то уже. И, блин, эту игру следующий Новый год еще не буду собираться проходить. Так, а сейчас самое страшное, по-моему. Дальше эти... Что, сейчас реванш сделаешь? No damage run. Так, ну, прошу, ну... Я не хочу все очки просирать. Только пингвины, походу, хотят. Ну, понятное дело. По-моему, пингвины свои очки уже просрали, видишь, они не в очках ходят вообще. Ой-о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 й
Так, что будешь пробовать? Я думаю, есть там жизнь или нет. Есть там жизнь! Starway to Heaven, Led Zeppelin. Скоро Санти Писец придет. Да ну вас! Так. Да ладно, писец такое хорошее животное, просто его че, ребята. Я с него шубу себе сделаю. Аккуратно, под линеечку давай. Лёха, ты мне еще рулетку дай. Ну блин, какого фига, ну что за жизнь такая? Подарки, у меня уже печёнка все. Ладно, взяла так взяла. Ой, теперь я смотрю и сожалею, что ты не взяла еще один комплект. Жадность фраера погубит. Слушай, я, блин, тоже сейчас жалею жестко. Зацени.
Жизнь вон там, но я не знаю, как туда попасть, мягко говоря. Так, а мне сейчас тут уже очень... А! Да стараюсь. Не поверь, что комплект... Да мне собрать комплект надо, хотя бы фиолетовых, это самое реальное, по-моему. Сраные вентиляторы! Да иди ты в жопу своим миллиметражем, блин. И без тебя. А объясните, можно вопрос, зачем эта фигня сбоку? Там мне страшно. Сейчас-то всю фигня к чертям повалится. По-моему, не зачем. Фу, она уже, по-моему, уже сердце схватило. Лёша, гоняй за успокоительным. Показалось, что Тейл крякал. Кря-кря. Не, просто, мужики, потому что меня на стриме плохо слышно. Вы извините, у нас тут один микрофон на двоих и тот на гарнитуре. А наушники на мне, а... Я не хочу, чтобы я оглохла на какое. Блин, какая-то сторона уже забыла. На левое ухо. Я уже с этим стеклазом бываю дистураны. Зацените, что я только что прошло. Тут и так холодно, еще эти вентиляторы. Так, а ну стой, сейчас гляну там. Да ну в жопу. Все, с тебя пицца! А, молодец, все, снеговик лузер, гоблин лузер. Еее! Золотой рулит и три факела. Ой. Так, сколько у нас последний финальный счет? Всего очков 2000. А. Так, сохранить локальную таблицу рекордов, давай. Введите ваше имя. Забивайся. Играет Глаша из... Зацените, у меня второе место, ребята! Молодец! А предыдущий рекорд восьмое. Молодец, ты самая лучшая перестановочка. Блин, видишь, это шиня прошла. Сейчас. Все, три эпизода открыто. Все, с тебя пицца, ты понял? Отлично, First Run прошел не зря. First Run прошел не зря, вы слышите, ребята? Я уже глухая. Паш, поздравляюся! Хэппи, за все подарки собраны. Пиццу. Теперь звание минутной стрелки. Валерка. Морталик, какая пицца? Подарки не все собраны. Да ты издеваешься. Ты молодец. Спасибо, ребят. Стрелка и стрелка. Да, чем дальше в лес, тем больше космособачек. Так, завтра берешь деньги, которые тебе вчера надарили, и чешешь мне за пиццей. Ну, постараюсь как. Чисто без пицца, да? Это типа, если я... А у нас уговор был на полную пиццу. Да-да. Ой, блин. Кто там коктейл шот? Я. Оба-на, я конь. Лучше без сыра. Отлично, было мне конь без сыра. Вообще наркомания, понимаете, ребята? Народ, а кто в сталкер играл? То может, если так, то завтра сталкер буду стримить, что думаете? Или что-то еще? Тайл, пеки пиццу, пеки. Ну чё, выходим, то я что-то совсем устала. Пойду жрать сейчас, наверное. Диана, а можно с этого компьютера продолжить стрим? Дай мне ВКонтакте плюс посидеть. И там сейчас назревает важная переписка с вопросом «Ты где?». Ну ты чё? Я ничего. Маш на кухне пить. Ладно, выход. Сейчас, ладно, выходи. Выходи. Ой, ладно, народ. Я глушу стримилку. Ладно, пока всем. Давай, глуши. До свидания. До свидос.